Да? Ну, понеслась. Да. Our adversary in the Northlander ranks has a name. Birdvar Ribspreader. It is certainly colorful. But then what does a name matter to a heretic bound for an unmarked grave in the Reichland mud? For that is where I intend to leave him. У меня тут этот Зальцпайер все ругается. Говорит, порву всех еретиков. Indeed. Why worry? Your life's so short, you'll hardly miss it anyway. Сзади кто-то еще там. Так, пошли за... Пойду за... Вот он. Плянтик. В этой хижнике на полочке лежит. Я забрал. О, красиво. Прямо сам взорвался. А кто-то сейчас будет набегать. Эй. Ух, хитнами прям. А? Какой-то Вьетнам прям. Ты не говори. Сверху. Я тут побью в набах. Набью крысам колокол. Так, что-то у нас... Ничего тут нету. А помнишь, тут когда-то ритуалы проводили? Да. Было весело. Ай, поймали. Спасибо. Тут еще один. Нет, это не новый пачки Линфлор. Что? Я тут комментарий. Ничего себе, тут новый пачки Линфлор. Я просто стрим не переименованный. Ты не говори, я тоже офигел.
Сейчас я тут... Тут такая хитрая схема, блин, запрыгнуть на этот гребаный. Аба! И вот он у нас. Копье что-то какое-то такое себе. Хреново тут. Да хорошее копье, не надо тут. Просто... Да, оно им тычет. Ну да. На что ли вообще должно делать, да? Да. И как-то непривычно, я привык бить по области, а тут приходится тыкать. Размашистый удар. Ай, блин, сзади, 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 сзади. Блин, зараза. Пошли дальше. Там сундук на другой стороне. Смотри. Давай схожу гляну. А то тут вот эта хижинка, в ней иногда что-то есть. Потом добираться до нее не очень удобно. Ну, тут типа выступ. Пустой. Ларец пустой. Обидно. А, вроде как. Да, вроде в условии было, что ничего подбирать не получится. Хотя черт его знает. Ладно. Упс. Ты что-то потерял. Голову, наверное. О, тут. Барден. Я знаю, ты сможешь. Дебилы бегают с факелом на болоте. А вдруг тут газ где-нибудь? Да. Коровы насрали. Ну. Вот, сказал про газ, вот оно и появилось. Ну давай, иди, воткнись в мое копье. Да ты прямо пикап-мастер. Эй! Нужно его прибить. Блин, не туда. Черт, не туда. Сейчас, сейчас, у меня спешл не накопился еще, а? Гребаный гном порвал мне. О, еще один. А так, ты не торопись-ка умирать-то. Прям такая пулеметная очередь, да? Блин, как-то жаль. О! Кто-то у нас? Так, черт побери! Да, хрень! Колечко, сука, на память, колечко! Я ж не могу, он, блин, закрыл! А, черт, не туда. А, тебя убили нахуй. Да, меня тут сосало. Да вижу. Блин, да. Я тут тупо пройти не могу. Вас много, сука. Что там вокруг? Ай, блин. А, фига. Царапает. Фух, блин.
А, красавчик. Сам понял, что надо сделать. Больше тут ничего это подобрать не получится. А, блин, а как тут выйти? Да, не так уж и далеко. Самое, одной рукой бьешь, другой книжки читаешь. Да. Люблю почитать. Так. Все, спасибо за оживление. Да, сейчас где-то было это самое. Ой, Ядрит Мадрид. Сука, меня поймали. Это тебя там сзади поймали, да? Сейчас, да, сейчас. Да, да, да. Стреляй, стреляй. Нечем. А это не тебя поймали. Всех поймали, всех поймали. Я никак не привык, что ты не за ведьму играешь. Так. Так. Говно кусок, а? Короче, тут такая фишка, нужно же немножко. Блин, а? Что-то на меня. Ладно, сейчас. Бомбас. Так, сейчас пойду срочно. Бляха. Меня этот, который в доспехах топором ходит, так, тебя весь тут, напоминает, тут, потому что тут, по очертаниям похож. Тут за камнем была свечка, ее нужно зажечь. Дальше у нас... ну, то есть, чтобы гримуар... Дальше, я вот не помню, где-то здесь что ли было? Кстати говоря, а или где? Нет, здесь. Ай, собака, блядь. Как-то они такие злобные стали. Он дотянулся. Так, где-то тут еще должен быть. Блин, где эта тварь бегает-то? Собаки, да? Чё, не спишь? Эмоционально разливался. Чё? Эмоционально разливался. Понятно. Так, блин. Чёрт побери, никак не могу вспомнить, где же ещё один был. Пардон, я тут, короче, потерялся. Можем тупо пропустить эту хрень. Да, я тут походу побегал. Я просто вообще не знаю, что надо искать. Ты там свечу ищешь, я так думаю. Да, тут типа три свечи нужно зажечь, а я, блин, забыл, где третья.
Да что ты, опять меня жиропасина высасывает. Да-да-да. Ладно, справляйся сам. Жопу этот гримуар. Пойдем дальше. Блин. Я тут как раз это самое. Сколько? Одно хп было всего. Ладно. Ну, черт с ним, с гримуаром тогда. Реально, забыл, где же тут гребаная свеча, не хочу долго тратить времени, разыскивая. Of a little mud body. I'm not as tall as the rest of you, Azumki. One full step and I'll be in over my head. Dignified. That may yet serve us as a ram. Bring it. Okay, see this. There's always bloody more of them, isn't there? Shall not pass. Slay the brother! Gates in sight, mates. One last effort. We've a fight on our hands now! Over here! Easy picking for you! Live, Norby! I catch my...
жучок. Походу ничего подбирать не можем, но сундучки открывать лучше. Лучше открывать, потому что мало ли там костяшка найдется. Она тем более, ну, то есть тут такая фишка, когда на сундук наводишься и нажимаешь маркировать предмет, ну типа через ташечку, то там показывает иногда, что внутри есть. Но с костьми такое не работает. Видимо, они генерируются непосредственно в момент открытия. Понял. Не понял, что произошло. Как ты? Как, когда ты успел? Я просто шел и упал резко. Но... Даже никто не ударил. Странно. Вот это странно. Я просто бежал и просто раз и все. Так, я и трупы всей группы. Я немножечко подожду, потому что непонятно, где ты зареспавнишься. Скорее всего, где-то на поле боя. Ожидание спасения. О, я на арене. А, ну да, так я и думал. То есть все пути ведут к арене. Trespass on my domain? I shall face you alone. You're mad, but it's a madness I like. Hello? That is... Eyes open, he's hurling that axe, mate. Rockfather! Yeah, axe, double. Ah, please. Is that all you've got? You must have more. I'll get beat up! Ай, надо щит брать. Я нас это со спины бьёшь. Тут нужно с... Да блин, ты достал. Заколебал. Заколебал ты? Просто... Ничего не могу сделать. Да я понял. Ты меня поднял, но... А, он... Блин, он меня... Сейчас я появлюсь. Да, да, да. Я по идее здесь и появлюсь сейчас. Да-да-да. Блин, о, у меня... Ты прилетел. О! О, я появился. Гном пошел. Гном пошел, да. Нет, не пошел. Ты затрахал. Что ты на меня агришься так? Да он на всех. Что ж такое, Грубер? Охренел. Ай, блять, не того.
Дом крутится, блин. Вот, Грубер. Не то, чтобы ты был сильно полезным, но лучше несколько, чем... Держи, ебальничек. Жаль, только надо было все-таки молот брать на это задание. Там у этого товарища, ну, за Лиспайра, за эту профессию есть ачивка, чтобы врезать кулаком по этой наглой норсменской роже. А сделать это можно только, когда у тебя есть... Когда у тебя есть молот. Все, спускаемся что-то. Ей, мы сделали это. Да. Yeah. Та-да-та-дам. Ну ничего, ничего, так вроде неплохо. Больше в блок ставь. Там реагируй на звук, когда это нужно делать. Тут очень хороший саунд-дизайн в этом смысле. Ой. 7,5 уровень. Угу. А сейчас двойного опыта сейчас уже закончился, да, этот? Ага, нету двойного опыта, к сожалению.